Уже более 8 тысяч школьников Ленинградской области записались в первые классы через онлайн-систему, созданную Комитетом по связи и информатизации. Межведомственная система учета обучающихся «Контингент» запущена в конце 2015 года. Электронная запись в первые классы началась с 15 января 2016. Заместитель директора Кингисеппской 4-й школы по учебно-воспитательной работе Людмила Васючкова дала свою оценку этому нововведению, которое упростило работу. Чем стало проще? Тем, что родители могут сами, своими силами, так сказать, из домашних условий или в других центрах подачи заявлений, подать это заявление в общеобразовательную школу и ждать спокойно результата. Принят ребенок, не принят, получил приглашение в школу, не получил приглашение в школу. Контингент позволяет адекватно прогнозировать потребность в местах, следить за посещаемостью, активно формировать отчетность для разгрузки работников всей системы, получать информацию о количестве обучающихся. На данный момент у нас 34 заявления подано. Это из детей, которые проживают на нашей территории. Но при вакантных местах, которые выставлены у нас 84, вы понимаете, да, что цифра немного разнится. Людмила Васючкова, в общем, довольна системой «Контингент», но некоторые нюансы все же нашлись. Первая, не очень большая, но все же трудность, состоит в том, что не все родители свободно владеют компьютером, интернетом. Поэтому работникам школ приходилось устраивать тренинги и вместе с родителями заносить их детей в электронную очередь. И еще один нюанс. Ну, может быть, для меня это неудобство, и для родителей, для многих это тоже неудобно, что в первую очередь мы заносим в электронную очередь тех родителей, тех детей, которые проживают, зарегистрированы на той территории, которая закреплена за нашей школой. Соответственно, еще у нас более 50 заявлений тех детей, которые мы не можем занести в эту очередь до 1 июля. Родители ощущают дискомфорт из-за этого, потому что они все время звонят и спрашивают, попадем мы в школу, а вдруг мы не попадем в школу, а вдруг у вас мест не будет. Поэтому вот это немножечко, может быть, надо было как-то сократить сроки, не вот эти полгода давать на закрепленную территорию, чтобы родители приходили. Может быть, надо было сократить сроки, чтобы такие дети могли прийти раньше подать заявление. Ну, такая система, она удобна для больших городов. Вот это вот деление с 15 января и с 1 июля. Для городов-миллионников, для Санкт-Петербурга, где, соответственно, на одну школу, находящуюся в этом районе, приходится много детей, и плюс много детей, ну, да, приехавших из Ленинградской области, мигранты и так далее, и так далее. Для них это удобно. Для нас в нашем городе это неудобно. У нас иссяк запас наших детей. И мы сидим все равно 3 месяца, должны мы ждать по регламенту, который нам был свыше дан. Мы должны сидеть и ждать еще 3 месяца до 1 июля. И 1 июля к нам еще эти 50 человек ринутся в очередной раз подавать заявление. Итог таков. Система «Контингент» позволяет получать в режиме реального времени достоверные данные об очередях на зачисление в образовательные учреждения и степени их наполнения. Это очень удобная система для руководства и многих родителей. «Контингент» активно развивается, нюансы будут решены. И с 1 ноября 2016 года в Ленинградской области планируется полный перевод на использование этого комплексного интернет-ресурса.